Суперфинал проходит при поддержке главного энергетического напитка чемпионата Gorilla Energy Drink. Главным информационным партнером турнира является Радио Максимум. Впереди нас ожидает информация о тяжелых и супертяжелых весах. Бой Годзиллы с Владикавказа против дагестанского охотника. Оба бойца представители Кавказа, а значит, легкой победы не ждать никому. Боец из Армении, брат Камаляна Кама, выйдет на бой против известного рукопашника, который добивает своих соперников за 20 секунд в каждом бою. Кама имеет фирменный захват головы. Одной рукой он вдавливает голову соперника в землю, а другой наносит сверху добивающие удары. В рамках боев в тяжелом весе мы увидим противостояние известного пожарного из города Сосновый Бор против не менее популярного викинга из города Тосно. В рамках супертяжелых весов мы увидим бой 21-летнего малыша. Этот парень тренируется в клубе Fight Pro под руководством Артема Тарасова. В этом бою он выйдет против шерстяного волчары, огромного зверского мужика, который бьет так, что мало не покажется. В самом зрелищном бою вечера мы ожидаем схватку знаменитого боксера из Боровичей. Парень вырвал своими зубами победу в бою с борцом. Против него выйдет парень по имени Тита, греко-римский борец с остальными кулаками. Он одержал уверенную победу в бою с соперником, который весил 130 килограмм и был на 30 килограмм тяжелее его. На финал бой легенд, не знающих поражения. Легендарный Асиф ВДВ и сокрушительный зверь нашего чемпионата выйдет на бой против тайского воина. Этот боец тренируется в городе Тосно вместе с викингом. Тайский воин не имеет ни одного поражения на чемпионате стрелок. За его спиной 5 боев и 5 побед. Не пропустите суперфинал чемпионата стрелка 21 апреля в большом ресторане «Цинь». Самый громкий турнир на арене, вмещающий несколько тысяч зрителей одновременно. Покупку билетов и бронирование столов вы можете осуществить на сайте kassir.ru и по телефону 985-9552. Суперфинал проходит при поддержке главного энергетического напитка чемпионата Gorilla Energy Drink. Главным информационным партнером турнира является Радио Максимум.